Хай, священники один из лучших классов поддержки. Он может хилить, бафать, воскрешать. Идеальный врач, но не сегодня. Это жрица-эгоистка. Она никого не будет лечить. Она хочет причинять боль. И станет. Этот билд агрессивного священника, дэмэдж-дилера и контролера топ-врагов. Основа билда – жрец Бероса и его заклинания, приступ разложения, распространение чумы, божественный ужас и гнилые черепа. Монах, странник Хель, получает силу за раны, штраф, плюс 5% входящего урона за рану. Воспрещение, эффект ошеломления, сила минус 5, не может атаковать врагов, пробивание минус 4. Распространение чумы, эффект хромота, ловкость минус 5, не может бежать. Ослабление, телосложение минус 5, получаемое лечение минус 50%. Божественный ужас, эффект испуг, решительность минус 5, минус 3 уровня мощи, не может использовать враждебные способности. В начале игры нам понадобятся атакующие заклинания. Приступ разложения, разъедающий урон и плюс периодический разъедающий урон. Столб веры, наносит дробящий урон и сбивает врагов с ног в радиусе. Божественная метка, огненный урон и минус 25 уклонения у цели атаки. Также нам понадобятся самобафы. Мрачное благословение, восприятие плюс 5, 50% легких попаданий становятся обычными. Преданность для правоверных, сила плюс 4, точность плюс 10 и такие же штрафы врагам. Малое воплощение божества, плюс 20% урона для оружия, максимальное здоровье плюс 40, все характеристики плюс 5. На 13 уровне нам уже будут не нужны атакующие заклинания. Священник может быть классическим хиллером и бафером. Восстановить, плюс 30 здоровья, выведение, персонаж невидим, оглушенный регенится, освещенная земля, 5 хп регена каждые 3 секунды. За монаха нам нужна стремительная буря, шанс 33% при крите запустить еще один удар, плюс 15% скорости действия, агила плюс 5. Долгий танец, плюс 3 точности, плюс 1 рана каждые 3 секунды, пропадает после 3 попаданий, оглушающий источник, полная атака с оглушением. Если оглушающий источник критует, его цена снижается. На самом деле это не так, цена не снижается. При крите добавляется 1 очко покорности. Мушкетон выпускает 4 пули и каждая может критануть. Если у вас 2 мушкетона, это 8 пули, если половина из них кританет, то вы не только вернете 2 очка, потраченные на оглушающий источник, но и заработаете плюс 2 очка покорности. Колесо жизни, плюс 2% огненного урона за рану и плюс 1 интеллект за рану. Интеллект нужен для длительности бафов и дебафов, самое главное для зоны поражения черепа. На 13 уровне священника Бероса появляется заклинание «Гнилые черепа». На самом деле это один череп для правой руки. Главная особенность черепа – это атака по радиусу вокруг цели. Радиус увеличивается вместе с интеллектом. Все эффекты атаки применяются на всех врагов в зоне поражения черепа. Гнилой череп применяет оглушающий источник на всех врагов в радиусе поражения. Криты эффекта оглушения тоже считаются критами и регенят покорность. Поэтому оглушающий источник можно применять бесконечно. Гнилой череп – одноручное оружие, оглушающий источник дает полную атаку, то есть двумя оружиями, поэтому в левую руку можно взять мушкетон для увеличения урона и вероятности критов. В Никитаке к вам подойдет посыльный и пригласит к Дэрио в Трясины. Дэрио даст квест «Зов Корнета». При завершении квеста он даст мушкетон «Кухонная плита». Эффекты. Время перезарядки минус 15%. Бонус работает на оба оружия в руках. Бешеный залп. Время перезарядки минус 20%. Плюс 2 рикошета атак, которые тоже накладывают эффект оглушающего источника. На острове Такивара вы можете купить треуголку Акины, точность в дальнем бою плюс 5, время перезарядки минус 10%. В Никитаке на причале королевы в поместье Валери Мартина Валери даст квест «Рыба покрупнее». Вам нужно будет убить алкоголиков вот здесь и забрать у них кольцо. Кольцо меткого стрелка, точность плюс 4, пробивание плюс 1 для оружия дальний бой. На острове обрушившаяся угольная шахта, координаты 8 на 56, вы найдете следы Ахутаки, эффекты, плюс 1 заклинание 2 уровня, агила плюс 2, лечение плюс 10%. По сюжетному квесту на острове Асонга вы пойдете в маяк, у Наги по имени Суган будет амулет, независимо от вашего решения у вас будет шнурок почтения. Интеллект плюс 1, минус 10% время дебафа, плюс 10% время бафа. Кольцо контроля, зона действия способностей плюс 10%, в игре их штук 6, можно купить у тебя в священных ступенях. Суть билда. В начале боя враги стоят далеко друг от друга. Воин агрит врагов и убегает. Возникнет две группы врагов. Милишники и ранжевики. В это время жрец применяет самобафы. Долгий танец, стремительная буря, благословение, преданность для правоверных, малое воплощение божества и вызывает череп. Способность оглушающий источник массово станет врагов. Вы можете попеременно кидать один череп в милишников, второй в ранжевиков. Результат. Все враги, весь бой, стоят в стане и ничего не делают. Легкая победа. Хороший вариант – оседлые орланы, восприятие плюс 2 и повышенный шанс крита. Лесные эльфы, агила плюс 1, восприятие плюс 1, резист от атак на агилу. Мультикласс. Жрец. Берос. Заклинание восстановить. Монах. Странник Хель. Быстрые удары. Характеристики. Решительность снайперу-кастеру не нужна. Интеллект. Дает АОЕ заклинаний, длительность бафов и дебафов и радиус поражения черепа.
Восприятие. Много точности, много критов. Агилити. Скорость каста и атак черепом. Телосложение 8, сила 10. Культура. Берем старое Валия, чтобы было больше интеллекта. За монаха. Стремительная буря. Больше скорости атаки и шанс атаковать снова при крите. Колесо жизни. Бонус огненный урон и интеллект. Громогласные удары. Бонус силы и пробивания. Долгий танец. Бонус точности и плюс одна рана каждые 3 секунды. Оглушающий источник, чтобы массово станить врагов. Гигантский шаг. Вначале нечего брать. Два оружия, чтобы быстрее стрелять из мушкетонов. Стойкость. Воля. Реакция нам не нужна, потому что у нас и так много реакции. Зеркало души. Шанс 50% отразить вражескую ренджовую атаку. Невероятная удача. Непробиваемый. Больше урона от критов. За жреца вначале мы берем нюки, потом перекачиваемся, поскольку мушкетоны черепа вносят больше профита. Восстановить. Лечение. Подавление печали. Снятие дебафов. Благословение. Плюс 5 восприятия. Выведение. Хороший сейф и альтернатива воскрешению. Освященная земля. Много периодического лечения. Преданность для правоверных. Плюс 4 сила, плюс 10 точности. Приведение в чувство. Мало воплощения божества. Плюс 5 все характеристики. Два оружия. Стойкость. Воля. Непробиваемый. Больше урона от критов. Билд идеально подходит для командного прохождения на сложности Путь Проклятых. Много бафов, много лечения, много урона и очень много контроля. Жрица при помощи одного танка легко убивает дракона на острове Укайза.